Специальное предложение только сегодняшнего дня – это индивидуальная восстанавливающая повязка от бренда Артрейд. Все проблемы мочеполовой системы для мужчин и для женщин у нас есть эти индивидуальные повязки. Изделие не имеет противопоказаний, имеет зато евросертификат, медицинское назначение. И здесь мы с вами экономим 47%. И сегодня эту повязку представляет Светлана Крисько. Не просто представитель бренда Артрейд, человек, который знает о микросферах абсолютно все, на своем собственном опыте, своей семьи, да, испытал это воздействие. Расскажите, Светлана, кому рекомендуем именно эти индивидуальные повязки? Вот то, что это тоже сделано было по моей просьбе, я увидела в одном из журналов, по-видимому, это для спортсменов, такие защищающие ракушки для мужчин. Вот. А мой муж страдал от аденома простаты и пользовался всякими салфетками, спал там, закладывал в трусики для того, чтобы у него это аденом простаты проходило. И я подумала, что о том, как было бы здорово, если бы вот такое специальное что-то сделали. И вот сделали вот такое вот сооружение, которое очень удобно носить, ну, спать вообще идеально, а можно еще и днем ходить, у кого хронические заболевания, чтобы быстрее все прошло. Так вот, у женщин вот такая она просто треугольничек такой, который затрагивает всю мочеполовую систему. И в то же время можно, когда геморрой или позвоночник крестцовый отдел, одеть сзади этот треугольник. Можно два купить и насквозь делать, потому что микросферы, они, вот эти лучи, которые мы излучаем, да, электромагнитное излучение у нас, в том числе инфракрасное излучение, так вот оно, попадая, вообще ни одного лучика, ни одной частицы света не проходит через это изделие, а возвращается назад, пронизывает наше тело и лечит. А если вы с двух сторон, вот с этой стороны артрит, с этой стороны этот треугольник, то получается у вас такая капсула, то есть вы томитесь как бы в этих лучах. Какие проблемы решает вообще? Так вот, все абсолютно. Вот что бы у вас ни происходило с кишечником, с толстым кишечником, тонким кишечником, что бы у вас ни происходило с яичниками, там, с маткой, вот, у мужчин с простатой, с мочевым пузырем, короче, любой, например, ну, самые легкие циститы, то есть это тоже там определенные микробы получаются, которые не дают возможности, мы там должны пить и долго восстанавливаться, с этими изделиями создается идеальное стерильное пространство, то есть вот это ваше собственное излучение здоровой клетки, когда возвращается, оно создает стоячие волны, потому что какое вошло, такое вышло излучение. И вот эти стоячие волны, они создают вот это стерильное идеальное пространство, в котором структурируется не только физическое тело, а самое главное наши тонкие тела, то есть эфирные, астральные, ментальные тела, потому что повреждения могут быть на самых различных уровнях, то есть у всех одинаково, предположим, аденома простаты, но причина может быть совершенно на разных уровнях, она может быть на физическом, на эфирном, на астральном, и даже на ментальном, и даже на причинном, казуальном уровне. Так вот, чем хороши эти микросферы, что они начинают разбирать эти проблемы на всех этих уровнях. Вы знаете, я мечтала о том, чтобы что-то такое появилось. Я как психолог изучала, что такое человек. И как врач, ну, я не врач, и поэтому меня особенно не интересовало там лечебные вот эти все вещи. Я думала, как же психосоматику, как это превратить. И дошла до такой схемы. Оказывается, что мы... самый высший уровень как бы восстановления – это когда человек сам себе помогает. То есть когда мы находимся на самом низком уровне, вибрационном, человеческом уровне мышления, понимания жизни, то мы лечимся химическими лекарствами. Это уровень, и они нам помогают, это уровень низких вибраций. То есть людей, которые не понимают. Когда дальше у нас начинает, а мы же должны духовно расти, совершенствоваться, идет следующий уровень, эфирный, астральный уровень. Так вот, на этом эфирном уровне, когда люди уже начинают пользоваться природными материалами, предположим, травками, начинают обращаться к гомеопатам, пить травяные чаи различные, камни начинают использовать, это обращаются к матушке природе, это более высокий уровень, и им перестают помогать химические лекарства. То есть человек духовно подрос. Теперь дальше человек продолжает еще выше расти, дальше ему начинают помогать уже такие вещи, как вибрационные
вещи. Мы знаем, что есть камни, которые излучают тонкие вибрации, есть эфирные масла, да, которые еще на более тонком уровне. Так вот, дальше помогает уже на более высоком уровне человек человеку, когда люди обращаются к психологам, священнослужителям, угу, когда меняют мировоззрение. А вот самый высокий уровень – это когда сам себе. Так вот, эти изделия включают именно этот уровень. Когда самый сам высокой себе, да, вершины, помогает когда человек. Человек помогает сам себе. Наш организм – потрясающее духовное средство, которое имеет все для того, чтобы нам открылся потенциал, угу, самовосстановления. И вот те самые технологии, которые были засекречены в Советском Союзе и были известны только в космонавтике и военном деле, известны были в ожоговых центрах, перинатальных центрах, да, мы знаем вот эту историю, сегодня имеет евросертификат, посмотрите, вот он, евросертификат со всеми печатями, который позволяет, да, бренду Artrade уже в Европу поставлять свои изделия. Цена только сегодня, самая выгодная покупка в течение одного дня на телеканале Shopping Show 2499 рублей. За одну презентацию более 800 таких повязок продается. По карте Prime дополнительная скидка, цена будет 2374 рубля. При заказе на сумму 7000 рублей в подарок вы получаете гель для тела и лица. Поэтому, если есть проблемы у вашего супруга с мочеполовой системой, аденома простаты, у женщин образование кист, недержание мочи, воспалительные процессы, да, кисты сказали уже, да, болезненные, опять да, же, да, месячные. Абсолютно проходит. У вас даже да. есть история. Да, у меня есть собственная история с дочерью. То есть много лет спустя, это буквально произошло год назад, я подарила, наконец, вот это изделие, не зная, что произойдет. А моя дочка, ну, не рассказывала мне об этом, что у нее всегда боли при менструациях есть. И она мне говорит: мама, ты представляешь, у меня прошли боли. Я говорю: что, у тебя болело? Она говорит: всегда. Мало того, что у нее прошли боли, у нее наладился цикл менструационный. Вот, представляете, 28 дней. Вот какое восстановление идет. Звоните, заказывайте, делайте первую покупку, начинайте с Дня красоты и здоровья на телеканале Shopping Show, который сегодня впервые в новом году.